Институт истории и права – один из старейших в Хакасском госуниверситете, главном вузе Хакасии. Историков, наряду с учителями физики и математики, а также языка и литературы, начали готовить с самого открытия тогда еще Абаканского государственного педагогического института. Сегодня здесь работают над двумя важными научными направлениями – в сфере изучения права, а также истории, языка и культуры Хакасии и сопредельных территорий. В институте осуществляется подготовка кадров высшей квалификации на шести кафедрах. В настоящее время в институте обучается 17 аспирантов. Что касается защиты кандидатских и докторских диссертаций, на 2016 год заявлено 6 диссертаций. В их числе 2 диссертации на соискание ученой степени кандидатов исторических наук и 4 диссертации на соискание ученой степени докторов наук исторических и юридических. Дмитрий Сергеев сейчас завершает работу над докторской диссертацией. Его научный консультант, известный правовед, судья Конституционного суда России, доктор юридических наук Сергей Князев. Тема исследования – муниципальное образование. По ней опубликованы десятки статей. Дмитрий Сергеев – лауреат конкурса научных изданий, который ежегодно проходит в Сочи. Выиграл федеральный грант РГНФ. Такую поддержку получают всего 20 юристов-исследователей в стране в год. Уже сейчас у Дмитрия Сергеева готовы практические рекомендации, которые можно адресовать их законодательству Республики Хакасия. Применительно Хакасии можно, например, сделать такие выводы, что желательно употреблять в нормативных правовых актах термин такой чаще, как муниципальное образование и городской округ, если мы говорим, например, об Абакане, потому что эти понятия они не совпадают со всем известным понятием, например, как город или село. Муниципальное образование в данном случае – это сложное структурное явление. Часть вопросов решает мэр, часть – представительный орган муниципального образования. И с моей точки зрения, муниципальное образование – это не населенная территория, а в целом структура этих органов. И граждане должны уделять больше внимания при формировании органов, когда они ходят на выборы, голосуют не только на выборы мэра, но и на выборы представительного органа, на выборы депутатов представительного органа. Поэтому, избирая местную власть, нельзя считать, что выборы мэра более значимые, чем избрание представительного органа власти, к примеру, Совета депутатов. Некомпетентность любой из этих ветвей власти может весьма осложнить нормальное функционирование органов местной власти. А некомпетентность разработчиков законов, постановлений и других нормативных актов может привести к более серьезным последствиям, например, к юридическим ошибкам. Их изучением, а также исследованием юридической техники занимается Наталья Никиташина, доцент Института истории и права ХГУ. Она приводит хрестоматийный пример юридической ошибки. Несколько лет назад в одном из судов Абакана в приговоре перепутали фамилию подсудимого. В итоге пришлось заново проводить многие юридические процедуры и составлять новые документы для суда. Но этот случай относится к категории очевидных ляпсусов. Есть и другие скрытые ошибки и противоречия по последствиям, сравнимые с этим фактом. К сожалению, в советский период считалось, что любой может управлять государством, любой может писать законы, и кухарка, и так далее. Да? То есть профессионализм здесь не нужен. Это привело к тому, что на сегодняшний день очень много ошибок в законодательстве, из-за которых страдают простые люди. Выяснить, что это за ошибки, как их сделать, чтобы было меньше, как их грамотно и без долгих процедур устранить или преодолеть в судебном порядке, этим я и занимаюсь. Вообще юридическая техника стала изучаться как научное направление в конце XIX века в России, ну и в XIX веке вообще за рубежом, и в конце XIX в России. Тут мы не очень отставали. Но в вузах начала изучаться только в 2000-х годах. Кроме того, студенты под руководством Натальи Никиташиной занимаются защитой экологических прав в правовом центре Беллона и дают бесплатные консультации жителям республики в студенческой юридической клинике. Сфера научных интересов преподавателей исторического отделения охватывает практически все периоды истории Хакасии и Южной Сибири. В последние годы весьма актуальны исследования культуры региона. Валентина Мансурова со своими студентами выиграла грант Министерства экономики республики. Хакасия – встреча культур. Студенты занимались историческим моделированием национальных костюмов, реконструировали несколько традиционных обрядов хакасов, тувинцев и славян. Цель основная такая. У нас попадают студенты разных национальностей. У нас всегда есть студенты из Тувы, у нас всегда есть студенты хакасы по национальности, да, ну и представители всех других
групп этнических, которые на территории Хакасии в сопредельных регионах проживают. Иногда между ними чувствуется некая этническая напряженность, когда, например, те же студенты из Тувы держатся друг с другом вместе и мало общаются с другими студентами или что-то в этом роде. То есть первая наша задача была, безусловно, обеспечить толерантное общение между ними. Мероприятие называлось «Хакасия. Встреча культур», и это был фестиваль «Реконструкция». То есть такое моделирование культурных обрядов различных народов. Студенты сами писали сценарии, сами изготавливали костюмы, друг другу потом это, соответственно, демонстрировали. Преподаватели со своей стороны также подготовили для студентов некий такой квест, то, что сейчас тоже популярно по историческим традициям. Ну и кроме того, часть какую-то обрядов жизненного цикла тоже мы со студентами провели. Например, мы с ними встречали солнце, кормили огонь, ну то, что традиционно для данной, для нашей территории. В Хакасском государственном университете создана представительная научная школа по физике твердого тела, которую возглавляет профессор Владимир Удодов. Он считает, что в таких достаточно провинциальных вузах можно заниматься либо теоретической физикой, либо разрабатывать компьютерные модели. Экспериментальную физику ни ХГУ, ни даже экономический потенциал республики в целом не потянет. Поэтому в аспирантуре, которую на протяжении многих лет возглавляет Владимир Николаевич, развиваются два научных направления – теоретическая физика и моделирование процессов. Сам Владимир Удодов предпочитает выводить новые формулы. Так он называет теоретическую физику. Недавно удалось мне получить новые результаты, которые, ну, в некотором смысле, новые теоретические результаты, которые можно применить к жидкому сверхтекучему гелию. Ну, это чисто теоретические результаты, которые обобщают то, что было известно. То, что написано, например, в томе номер 10 курса теоретической физики Ландау и Лившица, такой знаменитый есть курс теоретической физики, который на столе у любого физико-теоретика вообще в любой стране земного шара. Там некоторые формулы, оказывается, не всегда справедливы. Мне удалось показать, что в некоторых случаях эти формулы имеют другой вид, и я предложил более общую теорию. Статья Владимира Удодова об этом была опубликована в престижном мировом научном журнале «Физики конденсированного состояния». В течение 3 месяцев она была лидером просмотров и скачиваний. Это и есть подлинное признание достижения баканского ученого. Второе направление компьютерного моделирования сложных физических процессов возглавляет Юрий Гафнер. Он познакомился с моделированием в области наноструктур, находясь на научной стажировке в Германии. По возвращению домой, в родной ХГУ в 2003 году, мы продолжили, здесь сумели организовать лабораторию, пригласили талантливую молодежь, которую нашли среди наших студентов, и организовали исследования уже у нас. И с тех пор, ну, до протяжения вот до настоящего времени, мы занимаемся компьютерным моделированием в области нанофизики. То есть, фактически, мы являемся как бы связующим звеном между экспериментальными работами и теоретическими. Теория далеко не все может решить, экспериментаторы тоже. Мы им помогаем и тем, и другим. То есть мы берем какое-то физическое явление, которое не до конца изучено, создаем ее физическую модель и его исследуем. Сделать это намного проще, потому что экспериментальная работа, к примеру, требует дорогостоящего оборудования. Вот каждая экспериментальная установка стоит порядка там, 100 тысяч евро, к примеру. Такую надо в лабораторию именно экспериментальную, ну штук 10-12 таких. Понимаете, что это суммы очень большие. Поэтому можно пойти более простым путем, можно создать модель теоретическую, заложить это в компьютерную программу и просчитать на основе различных уравнений это все на компьютере, получить какие-то результаты. Абаканские физики сотрудничают с коллегами из Новосибирского института теоретической и прикладной механики, где разрабатывают методы получения металлических нанопорошков из газовой фазы. В одном из опытов новосибирцы получили частицы с удивительными свойствами, обладающими одновременно качествами полупроводника и металла. Материал из таких частиц произведет настоящий переворот в технике. Сделали заказ лаборатории Юрия Гафнера. Попытаться смоделировать условия, при которых образуются именно такие частицы, и сотрудники лаборатории уже нащупали возможные пути решения проблемы. Но процесс этот не быстрый. Мы же моделируем как бы реальное время. И вот реальное время моделирования, мы же рассматриваем законы движения атомов и частиц конкретных. И надо все рассчитать, чтобы правильную картину сформировать. Поэтому примерно, чтобы одну наносекунду реального времени смоделировать для такой большой системы, которую мы делали, у нас уходил 1 месяц.
А чтобы просчитать весь процесс, сервер должен непрерывно работать больше года. Зато результат весомый в научном сообществе. Поэтому-то все сотрудники лаборатории нанофизики защитили кандидатские диссертации. А один из них стал доктором физико-математических наук. Третьим в ХГУ и в Хакасии.